Приветствую всех. В данном видео хочу поделиться своими соображениями о том, как должно быть организовано голосование, например, в стране. Значит, об этом я особо не слышал, хотя специально не искал, то есть не интересовался этой темой. Но смысл такой. Значит, голосование. О нем говорят. Говорят, значит, собираются какие-то там наблюдатели, потом это все как-то считается и делается заключение там, честно оно было проведено, либо какие-то нарушения были. Но есть гораздо проще способ проверить подсчет результатов и вообще, как называется, ну, правильность, там, честность, демократичность проведения выборов. Следующим образом, значит, каждому человеку, который голосует, каждому голосующему дается листок, бюллетень избирательный, в нем есть номер. И, значит, есть варианты ответов голосования, человек голосует, ставит свой вариант, например, там, поставил за кандидата А. У меня, я знаю, номер там 345, там, В, там, М, значит, такой ВМ, 345 ВМ. Все, его запомнил, я поставил галочку, там, допустим, за Путина, ушел. После выборов, допустим, на сайте kreml.ru, либо president.ru публикуются результаты, в которых простая таблица, номер бюллетеня, результат голосования. Например, мой там 135 ВМ, результат за Путина. И, соответственно, каждый гражданин, каждый голосующий может проверить правильность своего результата. Итоги, соответственно, там тоже проверить может каждый. Таблица открытая будет, посчитает, кто за кого, сколько голосов за кого. Вот и все. Такая система, она полностью закроет вопрос о честности, о справедливости, правильности проведения выборов. И она элементарная. Возможно, она не вводится, возможно, потому что, значит, не всем, то есть выборы не так уж и честно проводятся, раз она не вводится, не так уж и демократично. Кто-то их, возможно, правит. Но в чем еще дело? В том, что при такой организации обязательно будут ошибки. Но процент ошибок будет там мал, там, не знаю, там 5-10%. Он решающего результата, решающей доли он не внесет. Поэтому на это можно закрыть глаза. Все основное голосующее население убедится в том, что их голос зачтен правильно. И, значит, будут считать то, что демократичная система, честная, открытая, прозрачная при голосовании. Вот. А почему могут быть ошибки? Ну, по разным причинам. Например, по такой, что человек придет, поставит галочку там за Жириновского, а будет свято верить, что, допустим, пьяный придет там или такой, не в адекватном состоянии, а будет свято верить, что голосовал за Путина. И, соответственно, он будет потом говорить, вот мой этот самый результат некорректный. Но у основной массы, то 95%, будет все нормально, и поэтому вопросов, в принципе, не будет. Вот и все. Благодарю за внимание. Всего доброго.